Ежегодно в Ямальском районе пополняется жилой фонд. Заезжая в новые дома и продолжая обживать уже выданные квартиры, жильцам нужно выбирать самим, как благоустраивать свою придомовую территорию и место общего пользования – подъезды. Как повысить инициативность граждан в этом вопросе, смотрите в сюжете. Лето – лучшее время не только для отдыха, но и для того, чтобы позаботиться о своем жилище. Именно поэтому с самого начала летнего сезона администрация села Ярсали в рамках экологического проекта «Генеральная уборка» объявила акцию под названием «Чистый дворик», направленную на повышение инициативности жителей при благоустройстве и содержании своих жилых помещений. Содержание своих придомовых территорий у нас ограничивается проведением субботника в начале года, то есть в начале лета, в июне месяце. После этого уже вот территория не поддерживается, как-то деревья не высаживаются, цветы там не закупаются, не красятся. То есть вот один раз и все. А хотелось, чтобы это на протяжении всего лета наши дома, придомовые территории становились лучше и лучше. Конкурс проходил в Ярселе впервые и потому не собрал много участников. Только 10 домов комиссия отметила специальными наклейками. Это те жилые здания, которые подходили под критерии оценки. Основными требованиями стали чистота придомовой территории, состояние и сохранность подъездов, отсутствие вандальных надписей, участие жителей в субботниках. Мониторинг исполнения конкурсных требований проводился каждые 2 недели. Первый подъезд 5-го дома квартала «Полярный» соответствует многим заявленным критериям. В парадной светло и чисто, на полу лежат прорезиненные коврики. Чувствуется забота жильцов о самих же себе. Добровольно собираем деньги и попросили человека, женщину, которая у нас убирается в подъезде. Большое-большое ей спасибо за это, потому что наш подъезд очень чистый. Вы, наверное, сами заметили, что у нас чистота, порядок, причем так круглый год. Мы выходим на субботники, стараемся, мы живем в этом доме, мы живем в этом поселке, поэтому хотим, чтобы было чисто, аккуратно, чтобы самим можно было пройтись по своему поселку чистому, прогуляться с ребенком, получить удовольствие от этого. В принципе, хочется, чтобы было в подъезде так же, как в квартире. Уютно, чисто дома. Чистота у нас есть, останется только уют создать. Жители многоквартирных домов, ровно так же, как и собственники частных коттеджей, по сути, отвечают сами за содержание своего жилища. От того, насколько уютным будет дом, зависит только от самих жильцов. Жители дома являются собственниками общего имущества многоквартирного дома. И земельные участки, по сути дела, принадлежат долевой собственности, находятся у этих граждан. Соответственно, так же, как и на частных домах, они должны обслуживаться самими гражданами. Мы должны помогать в осуществлении каких-то инициатив населения. Из 10 домов финалистов комиссия определит только 3 победителей, которых поощрят призами. Результаты станут известны на следующей неделе. Организаторы надеются, что в следующем году ярсалинцы проявят больше энтузиазма, участвуя в акции «Чистый дворик». Дарья Зимина, Владимир Беленко, Марсель Галиев, Ямальское телевидение, Ярсали.